кусочек весны, мелочи, а приятно. Всем привет и добро пожаловать на постройку механического дома. Я решил, что это будет лучше, так как я не строил вообще. Как вы помните, я его обещал еще 1 сентября построить к Новому году, как бы сделать подарок, но у меня, как вы видите, ничего не вышло. Я даже не начинал, можно сказать. Я начал, построил вон дверь, вы видите, на заднем плане. И все. Больше я решил не строить почему-то. Забил, потому что я строю как бы только на записи, и мне как бы, да, мне надо стимул, чтобы снимать, тем более время в четверг освободилось, и теперь будет выходить до лета у нас вот это дерьмо, радуйтесь, ну зато вместо Minecraft механизмов, которые почему-то никто не любит. Ну что ж, как тут, как, а, во, все. Так, продолжим строить, я даже, вот, я построил вход тут, это было еще, не знаю, 2 сентября что ли. Что-то не прогружается. Вот. Тут я построил дверь. Вот эту вот. А эта дверь не моя. Я не помню, у кого я. Нет, я помню. Это дверь Crazy Ted'а. 3x3 без видимых поршней. Круто. Плоская еще, причем. Да, вообще, респект. Ссылочка, если что. Ну. Вот тут, да. Тыкните там. Посмотрите видос. Я эту дверь сам строил, то есть я даже. Ну, то есть он не показывал, как ее построить, я сам ее, ну, то есть я по макету строил, и у меня вроде бы получилось. Ну, давайте-ка начнем строить ее. Так, тут у нас что это? Это проход в лестнице наш. Ну ладно. Я просто без записи не буду его строить, я вам просто клянусь. Мне будет впадло. Так, давайте-ка начнем. Ну давайте-ка в ускоренном темпе тогда. Да, ребят, вот я джамп закончил, больше его не будет. Я понял, нафиг я его вообще снимал, хотя мне надо же было что-то снимать. Ну, не просто, знаете, что-то, да, а то, что я немножко хотя бы мне нравится хоть что-то. Хотя бы мне вот эта тема нравилась с джампом, то есть я думал, это будет лучше, чем ничего. Но оказалось, ничего лучше, чем это. Так, а как тут? Так, да? Ну да. Вроде бы. Так, можно, ну ладно. Как бы я вот закончился, мой джамп, теперь будет выходить это дерьмо. Ну, одно дерьмо заменяется другим. Разумеется, все так всегда в жизни было. Лично у меня всегда все так в жизни. Очень мало времени, чтобы сейчас сделать этот ролик. Очень мало. Настолько мало, что аж вообще капец. Нету времени. Опять мне придется комнату под кухню вырывать, потому что я я подготовил себе небольшой ангар тут. Ну как небольшой, большой. Это с помощью командных блоков, это, ну и друга, у которого есть World Edit, был месяца два назад. Давно это было, я давно его не строил вообще ничего такого. То есть, как бы, да. То есть я ничего не делал, вот тут я просто построил вход, как бы, и все. Потом я просто ничего не делал, и все. В принципе, вот тут. Тут я хочу сделать дверь, будет тут дверь 5 на 5 вроде бы, да? Должна быть, я не уверен, но она должна быть. Ну, наверняка же есть на ютубе, да? Вот, тут должна быть дверь 5 на 5 получается. Да. Вот тут будет двери 4 на 4 в стороны, и как-то нужно будет потом вниз пробраться. Ну, как-то вниз дорожку сделать, но я пока не представляю как. А, точно, Миш. У меня же вот тут есть проход. То есть я могу сюда сделать, например, проход. Вниз можно? Так, то красный факел, ну если в принципе вот так буду падать, будет не видно. Да, я вот так и строю, в принципе. Тут у нас тоже ничего нет. Ну можно сделать, в принципе, вот тут заглушку такую. Да. Вот. Да ё-моё. Вот. Давайте-ка тогда. А кстати, знаете, что тут, когда закрываешь выход, тут видно, что поршень, ну, просвечивается. Но не как бы не критично, что тут видно что-то. Если человек просто пройдет, он не увидит. Какой человек? Я тут один, господи, какой я бред несу. Как обычно, в общем-то. Сегодня четверг.
Я вообще планировал этот ролик запилить в среду, чтобы в четверг нормально залить, но будет позднее в четверг. Что зачем? А, мой мозг, господи. Да господи, что ж ты не ставишь, ты сраная, ты кувшинка. Господи, да, я уже весь на нервах сейчас, что-то это. У меня уже сраные кувшинки. Ненавижу с водой работать, то есть вот так у нас как-то не круто получается. Я думал, это круче будет выглядеть, но, в принципе, если убрать этот... Или тут это не стоит? Нет, не стоит. Так. Да. Так, в принципе, вот тут такое надо будет еще сделать, то есть вот так. Все, это в последний будет слой. Да. А, нужно же куда-то еще будет рычаги эти расставлять, чтобы открывать. Как в первом и втором механическом доме, например. Надо будет какой-нибудь круче путь сделать, чтобы открывать. Надо придумать будет что-то. Я где-нибудь придумаю, может быть, наверху тут висюльку какую-нибудь повешу, не знаю. А, ну можно же, наверное, да? С командными блоками что-нибудь сделать. Ну, я знаю, что командные блоки — это не механизм. Да. Тут дверь закрывается с помощью командных блоков. Нет-нет, она не вся, там на поршнях, но... Чисто, чтобы с этой стороны, вот тут закрывается еще команд... Ну... Блоками железа, чтобы не было видно, что там поршни торчат. Это не... Ну, это такое, знаете, незначительное включение командных блоков, то есть оно не меняет сути. Механизм сам построен без них. То есть вот механизм сам без командных блоков, абсолютно. Ну, давайте, давайте тогда я уж продемонстрирую, как она работает. Ну так уж и быть. Так, вот, сделаем. У нас выдвигаются поршни и закрывается все. То есть эти блоки потом закроются обычными блоками земли. Вот так вот, да? А, и не будет этого видно, да? Но проблема была в том, что вот, смотрите, с этой стороны все выглядело вот так, да? Сейчас я покажу, ну, то есть, вот, мы, например, начинаем показывать, вот открываю, да? Жду, пока откроется, да? Сейчас все поршни уберутся. Заходим, нажимаем, и тут у нас сразу же стенка закрывается, и все. И тут закрывается все круто. Это вот, это значительно командные блоки, вот эта стенка копируется вот сюда, и все, в принципе. Тут свет у нас включается. Что-то лагает? А, все. И дверь открыть можно. То есть, пока там все механизмы не проработаются, это железо не уберется. Вот, убралось. Так, давайте-ка надо подумать. Вот тут будет дверь 5 на 5, тут 4 на 4, тут 4 на 4. И тут надо где-то будет висюльку сделать. Середину надо примерно найти. Допустим, вот тут, да? Вот тут будет у нас середина. Так, хочу. А, не знаю, как-нибудь. Как-нибудь надо будет сделать. Как-нибудь надо будет сделать. Что-нибудь хотя бы. Так, давайте-ка, надо стены из чего-то построить будет тут. То есть я хочу тут просто сделать не так, как во втором, например, доме, а тут прямо, чтобы я просто во втором доме никогда не записывал, как я строю, потому что это убого, потому что я тут весь сейчас переругаюсь, потому что у меня будет не получаться. И пока я, ну да, короче, я вот этот, да, дебил, да. Так, давайте-ка булыжник возьмем. Так, давайте-ка центр найдем. Так, вот центр я нашел, ну, в принципе, почти угадал. То есть тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, что-то. Вот. Тут будет у нас проход, допустим, да, вот такой вот, да. Тут дверь 4 на 4. Да, так, это 3 на 3. Вот. Дверь 4 на 4 тут, например, будет, да? Тут с этой стороны также. Вот. Что у нас пока получается, странно все. Но это все переделаем сейчас прямо. Гениально, гениально. Вот и все, в принципе. Да господи.
Так, вот, то есть отсюда у нас будут начинаться проходы, тут у нас будет дверь уже, тут будут стенки, все, тут, ну, тут еще застрою потом. Почему потом? Все, да? И вот тут у нас будет стенка уже, вот. Вот и все, в принципе, ну. Да, вот такие у нас вот будут выпуски, вот. Вот настолько все у нас плохо, да. Вот у меня настолько плохо с фантазией, что у меня все уже это. Все, в принципе, все. Да, ну, мне просто снимать уже как бы нечего, да. Я как бы уже фигней начинаю просто страдать. Почему бы тут? Ну, просто закрою полностью. Тут можно будет проходы потом тайны еще сделать. Хотя если тут дверь 4 на 4 построить, не влезет, наверное. Надо посмотреть покомпактнее версию тогда. Давай. Да, господи. Вот так я строю, да. Я не нервничаю совсем, да. Знаете, что я сейчас подумал? Как-то глупо это будет, наверное. Только потому что... Ну, потому что, как бы, зачем я начал снимать с первых серий? Надо было хоть что-то построить, помещение, например. А потом уже начинать это все строить, да? Ну, как бы, неважно уже, да? Так как уже начал, да? Да, надо снимать, продолжать. Ничего страшного, думаю, не будет. Вот, два центральных блока. Вот, надо как-то будет вот тут... Я планирую тут рычаги поставить, но как бы тут... Да, как бы, да. Давайте-ка подстроим платформу на две двери 5 на 5. Ну вот, все. Ну, в принципе, нет. Как-то... Да, вот так пойдет. Так, тут у нас... Стенка будет закрыта тут. И так, так, так. Чё, даже тут надо? Круто. Вот, все, наш холл как бы готов, то есть он вот такой, ну, какой-то странный, сраный будет, некрасивый, не очень красивый. Ну, да, у меня с декором плоховато всегда было на самом деле, но не знаю. Надо как-нибудь разнообразие. Почему разные кувшинки не добавили? Добавили много всего разного, но кувшинок разных не добавили. Обидно. Обидно вообще так. Так, что тут? Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, интересно, получится ли сделать дверь 5 на 5 все-таки? Мне просто интересно. Я поищу, наверное, на ютубе это потом, да? Построю без вас уже, потому что это долго, наверное, будет дверь 5 на 5. То есть, прикиньте, вот тут нужно двери сделать. Тут 5 на 5, там 4 на 4, тут 4 на 4. Как бы тоже время. Я думаю, вообще постройка механического дома должна быть как бы из постройки механического дома, да? Что это такое? Они из... Просто того, что я строю тут какое-то говно. Но как бы это всегда так. Да, всегда так. Первые серии как бы водные такие. Говно, короче, лысое. Да. Как обычно, в общем-то. Мои ролики. Тут будет вот так, наверное. Ну, опустим на эту высоту потом. Давайте-ка сделаем помещение для наших... Как его там? Для нашей кухни, как обычно. Все, для кухни опять придется рыть все. Все вот это убирать. Ну, займемся этим сейчас. Ну и, в принципе, вот в таком вот духе это дофига, я уже очень устал это делать, на самом деле. То есть просто вот так ломать это все, это реально очень долго, ребят, занимает по времени. Ну, плюс у меня сегодня не очень много времени, поэтому я буду делать свободное от учебы, наверное, время, да? Учеба. Ты что, школьник, что ли? Да. Господи, тут еще, ну я не знаю, тут в общем пол будет, уровень пола, да, тут стенки будут потом еще. Я хочу на этот раз сделать побольше, да, кухню побольше, чем обычно делаю. Только не это, пожалуйста, ненавижу.
Ненавижу гравий. Тут его просто дофига. Ужас, я это закончу потом, когда, ну, кухню именно отстрою всю, да. Потом мы будем, давайте-ка так, все, это будет первая такая серия, будет она такая фиговенькая, да. Потом будет лучше, да. Я сделаю, то есть я тут расчищу все это, построю комнату, и потом только буду при вас забивать ее механизмами. Не знаю, вот тут построю двери, наверное, тут же хватит места для двери. Фиг знает, может быть и нет. Надо будет посмотреть, как строятся эти двери. Я не помню, как они строятся. Я забросил механизмы. С тех пор, как выпустил первый механический дом, я вообще их не строил практически. Ну, если вы хотите, чтобы я сделал туториал, не дай бог, это видео наберет 100 лайков, и я сделаю туториал по этой двери. Мне придется смотреть, как ее строить, реально, вот, просто жесть. Это будет жесть, но это будет глобальный проект, наверное, единственное видео такое на ютубе. То есть, есть как... Ну, так еще раз, перейдите там в начало видео... И посмотрите, у кого это на канале увидел это, да? Там можно скачать эту карту и самому построить. Но как бы там заморочки больше, чем... Да. Больше, чем функциональности, на самом деле. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такой вот небольшой ролик. У меня 20 минут прошло, но думаю, вас меньше, потому что я уже ускорять буду. Придумаю тут, что построить. Стенки закрою, тут комнаты воссоздам какие-нибудь. Потом будем это все механизмами забивать. Ну... И вот так, это очень долгий процесс. То есть первая серия хотел показать, что я тут не в тапке вам срать. Это на самом деле очень долгий процесс. И люди, которые строят дом механически без какого-то энтузиазма, там, без фантазии. Реально, зачем вы вообще это делаете тогда, скажите? Просто идите нафиг, а? Нет, 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 я никого не хочу это обидеть. Да. Почему я хотел построить механический дом? Ну просто надо чем-то канал забивать. Чем-то интересным. Это хоть не интересно, но зато вы музыку послушали. Только надо найти ее еще. Да, вот знаете, у меня проблема создания видео не в том, чтобы сделать, смонтировать видео, а в том, чтобы найти для нее музыку. Это самое для меня сложное, на самом деле. Знаете, как сложно найти музыку без авторских прав и чтобы она была хорошей? Нет такой, просто нет такой, понимаете? Музыка, которая мне нравится, которую я хочу вставить в видео, она защищена авторскими правами. У меня одно видео даже удалили из-за этого. Ну, не удалили, а запретили для прослушивания в некоторых странах. И в России в том числе. Ну, короче, у меня полная жесть какая-то творится с этим всем. Я сейчас пока ломаю тут, говорю что-то. Ну, просто хочу, чтобы вы знали, что для меня сложнее всего найти музыку. И скоро на канале выйдет новый пиксель-арт. Будет он... И надо диверсити заканчивать. Диверсити, забыл про диверсити, ребят, давно. Надо бы уже закончить его. Может вместо этого лазурит поставить? Ну, в принципе, вот так симпатично смотрится, но как бы тут, если много этого будет, можно чередовать, как бы, ну, придумаю что-нибудь. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока.